Федорович, герой Советского Союза. Дата рождения 27 декабря 1917 года. Место рождения – город Барнаул, Алтайской губернии. Должность и звание – командир эскадрильи 809-го штурмового авиационного полка, майор. До войны работал электриком, учился в Барнаульском аэроклубе. Призван в Красную армию в 1936 году Барнаульским райвоенкоматом. В 1939 году окончил Новосибирскую военную школу летчиков. В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Северо-Западном, Калининском, Воронежском фронтах. В сентябре 1941 года был контужен. После излечения в госпитале сражался в 215-м штурмовом авиационном полку. Войны Зудилов продолжал службу в военно-воздушных силах Советской Армии. Василию Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Скончался 3 декабря 1992 года. Похоронен на Старом городском кладбище города Сочи.